Прям ожидаем, что сделают перевод его свидетельства о рождении. Взяли вискас для бубенка нашего с лососем. Взяли влажный корм с курицей, с телятиной и с форелью. Господи. Взяли салфетки влажные. И самое главное, иди сюда. И самое главное, мы взяли вот такую крутецкую подушку. Это медвежонок Лаки. У него и лапки есть. И даже ушки. Все как положено. И даже ушки. Вот. Главное не уронить его. Так, дай сюда. Ну, когда у него не ронял еще. Такой, Лаки, обнимашка. Куда ты пошел? Сюда иди. Подойди, пожалуйста, сюда. Ну, подержи. Папа. Взяли вот такую штуку. Это в ванну, коврик. Тебе можно? И взяли вот такой вот плед. И пончик. Тогда дай я с лишнего. Этот пончик для... бомбочка для ванны. Кстати, по поводу этого пледа, пока я вот укладываюсь тут, все раскладываю, я хотела сказать... по поводу этого пледа, что вот эта вот штука очень понравилась женщине в магазине. И она, ой, какая штука классная, ой, какая яркая. Я говорю, ну, малой выбирал. Она говорит, все правильно, говорит, он же для себя, говорит, выбирал. А когда она увидела этот плед, она стала говорить такая, фу, какой ужас, говорит, почему он такой мрачный. Он как для бабки, говорит, старая. Хотя сама, простите, конечно, ну... я бы не стала так говорить, если бы не услышала вот это дерьмо. Вот. Но она сама по факту старая бабка. Вот. Купила салатовую себе эту этажерку в квартиру. Причем она осталась последняя с витрины. Она будет ее тащить непонятно вообще как. Вот. Ну, взяла, обосрала, короче, говорит, для бабок старых. Ну ты сама же бабка старая. Господи, а я, она говорит, я люблю поярче, а я не люблю все поярче, я люблю какие-то яркие акценты, но когда все из ярких пятен состоит, это, как по мне, безвкусица. Вот такие у нас покупочки с Дамиром. Я еще поподробнее выставлю фотографию в Инстаграм. Вот, кстати, мне в магазине пытались пробить этот самый, друзья мои, как оно называется, освежитель воздуха за 240 рублей в шайбе. В общем, мне пришлось сделать возврат, потому что не надо мне за 240 рублей ничего освежать в шайбе. Дороговато. И вообще это не мой освежитель, и не нужен он мне. Деньги, кстати, вернули на карту моментально. Вот такие пироги.